понятие пик формы, по сути, эфемерно. Такого понятия нет. Команда находиться в отличной форме может не более 6 недель, после чего неизбежно наступает спад. И вот задача, по словам Артеги, навес. Только что был с угловой отметки, мяч штрафной выносится. По словам Артеги, задача, чтобы спада не случилось. Момент! Гол! Не дали мне дорассказать, но отложим это до лучших времен. Мой рассказ про подготовку Атлетико Мадрид, потому что счет в этой встрече открыт, и открывают его хозяева. Бетис выходит вперед, Пепе Мель. Нужно это дело запить. И промочил горлышко также Диего Симеоне. Это Сальвадор Арга. Он забивает мяч. Точнее, Агра. Прошу прощения, не Арга. Вот такой вот он сделал навес. И мне показалось, что сначала дотронулся до мяча Рубен Кастро. Нет, он просто дезориентировал вратаря. И на этом повторе очень хорошо видно, что мяча так толком никто и не коснулся. И он аккуратно просто влетел в дальний угол после навеса португальского полузащитника. Сальвадор Агра.